Делегацию Республики Индия встречали уже на первом этаже технопарка «Мордовия». Здесь специально для гостей приготовили выставку, где можно было познакомиться с продукцией местного производства. Зеленый горошек, яйца, колбасные изделия, молочные продукции, сгущенное молоко. Все это можно было не только увидеть, но и попробовать лично. Ну, вот это классика. Вот это вот без добавок. Вот это цикорий. Вот это сгущенное молоко. Далее экскурсия продолжилась на выставке инновационных проектов. Гостям рассказали об инфраструктуре технопарка и основных отраслях его деятельности. К встрече с мордовскими коллегами делегация из Индии готовилась долго и тщательно. Каждый участник прошел процедуру вакцинации, которая из-за пандемии коронавирусной инфекции крайне важна. Основная часть общения прошла в формате круглого стола. Обсудили широкий спектр вопросов в области экономики, промышленности и сельского хозяйства. Представители индийских компаний обсудили с бизнес-сообществом Мордовии направление совместной работы, поделились впечатлениями от увиденного и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Как нам кажется, встреча прошла крайне продуктивно, нам удалось обменяться контактами между нашими бизнес-сообществами, и мы договорились продолжать работу в режиме ВКС. Очень помогает укрепление деловых связей между республиканскими и зарубежными компаниями Центр поддержки экспорта. Это надежное связующее звено в коммуникации и взаимодействии бизнес-сообществ разных стран. Действительно, завязались полезные связи. Теперь мы думаем, как их развивать, каким образом подготовить компании из Республики Мордовия при содействии Центра поддержки экспорта, какую информацию полезную дать относительно барьеров в зарубежном государстве, относительно того, как проработать логистику, как лучше вывести товар, какой товар востребован на рынке. Когда компании соберут всю эту информацию, конечно, мы свяжемся с индийскими покупателями и будем готовить уже ответный визит. Интерес делегации к продукции Республики Мордовия оказался достаточно высок. Работа в данном направлении позволит укрепить торговые отношения между Индией и Мордовией. Надежда Русяева, Сергей Соколов, Народные новости.